Инцидент произошел в небе над нейтральными водами Балтийского моря. Военный самолет F-18, принадлежащий силам НАТО, сделал попытку приблизиться к самолету, в котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Сопровождающий самолет Шойгу два российских истребителя Су-27 не позволили самолету НАТО приблизиться близко к воздушному судну. Министр обороны летел из Калининграда в Москву. В Калининграде он принял участие в торжественной церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Подобные инциденты не в первый раз происходят во время полетов министра обороны в Калининград. К примеру, аналогичный случай произошел 2 года назад. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока. 'Cause I'm an albatross. Yeah.